Я уже не один раз рассказывал о классических и не очень оборонительных стратегиях, которые исправно появляются на просторах Android Market. Но в этом обзоре речь пойдет о творении разработчиков из студии Feeling Touch, которая должна хорошо быть знакома любителям мобильных развлечений и вполне может посоперничать за место в аппаратах пользователей с самыми большими представителями этого жанра. Итак, встречайте, игра Devils at the Gate. Разработчики Devils at the Gate предлагают вам встать на сторону патриотов и отбить у врагов все желание нападать на их земли. Вся игровая механика осталась без изменений. Вам все так же предстоит выстраивать свои войска башни вдоль извилистой тропинки, по которой маршируют враги. За каждого поверженного солдата или подбитую вражескую технику вы получите на свой внутриигровой счет некоторое количество монеток, которые понадобятся для покупки новых солдат. Если в игровой процесс разработчики не стали вносить ничего принципиально нового, где изюминка, за которую я так сильно хвалил игрушку в первой части этого обзора. А изюминка скрывается в графическом оформлении игры. В Devils at the Gate вы смотрите на игровое поле в некоторой перспективе, благодаря чему создается ощущение объемности и большей живости происходящего на экране. Но увы, за красивой графикой разработчики совсем забыли про возможность улучшения башен и хорошее звуковое оформление, которое просто необходимо для игр этого жанра. Также стоит отметить, что Devils at the Gate доступна в Android Market бесплатно, хотя для того, чтобы пройти все 8 уровней, вам придется распрощаться с $5. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.